Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Аверворд, на канале Авергейминг. И сегодня мы продолжаем играть на первом сервере Радмира РП КРМП. И сегодня мы с моим другом Артемом, можешь поздороваться. Привет, ребятки. Сегодня мы будем проверять тактику в казино. Думаю, что по превьюшке и названию ролика вы уже как бы видели, что мы будем проверять в этом видео тактику в казино для того, чтобы максимально хорошо так поднимать бабки. Собственно, тактику вы сейчас скоро уже узреете. Ну а мы с моим другом Артемом перемещаемся в казино. А, кстати, подождите, секунду. Также вот видите мои две машины, BMW и Rolls-Royce. Можете написать в комментариях, какую машину я выберу для того, чтобы доехать. И примерно в конце ролика вы увидите, какую машину я все-таки выбрал. Ну что ж, а вот теперь мы уж точно, наконец-таки, перемещаемся в сторону казино. Ну что ж, вот мы, собственно, уже и добрались до казино. Будем проверять тактику. Смотрите, сейчас я немного объясню. Тактика заключается в том, что мы на столе создаем игру на трех. Иди сюда, сейчас закидаю. Да, 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 да. Вот Артём немножечко рассказывает. Смотри, мы залетаем. Мы залетаем на 10к. С каким-то челом. А в итоге у нас будет не 33% на трех человек, как это могло бы быть, а уже 66%, так как мы будем вместе с ним играть, как бы парой. Как бы одним игроком. И так будет невероятный заработок просто. Будем просто тянуть деньги с людей. Я на самом деле очень-очень волнуюсь. Вообще пипец. Этот стол свободный. Так. Иди ко мне. Вот, стол свободный, отлично. Главное, чтобы никаких баков. Так, подключиться. Отлично, я подключился. Нужен еще один какой-то игрок. Макс, кстати, подошел. Макс, давай. А то сейчас я кручу. Блин, я не хочу тащить бабки с Макса. Так, все, я 5. Я 5. У тебя сколько? 5. Все, Макс выиграл. Макс. Блин, а как так-то, а? Ну, так что не всегда везет. Максим, что? Максим, я тебя убью потом. Так, подожди, подожди, Макс, я должен тебе руку обязательно пожать, как бы мы с тобой еще не ручкались. Хай 397, привет большой тебе, Макс, кстати, из ролика, да, обязательно. Спасибо, что ты есть. Ну, а мы, иначе, продолжаем как бы... Рубиться в этот казик. 4. Пончики. А, ты зашел? Зашел, да, зашел, отлично. Пойди, подожди. Да, и смотрите, я еще буду сливать деньги до 150 тысяч, потому что больше сливать это как-то жопа. Надеюсь, у нас получится выиграть. Блин. Давай обычную. О, отлично, я залетел, так. Давай ты, я на трех, ты на одному открываешь. На одному давай. Надеюсь, получится как бы победить. Так, Дима. О, у меня 10, у тебя 12, отлично. Ты выиграешь сейчас. Интересно, вот будет рабочая эта тактика, потому что как бы она пока что не особо рабочая, увы, но ничего страшного. Кстати, опять же, напомню, что вы можете написать в комментариях, как вы, на какой машине мы сюда приехали. Что я говорю, собственно, в начале серии. Все, залетай. Отлично, залетел. Я на трешку. На трешку. Так, я, наверное, на двойку. Не, на четверку. Блин, 4 выпало, зараза. Мое любимое число, но блин. Есть, ты выиграл. Красавчик. Работает. Надеюсь, у нас получится подняться. Если выйдем в ноль, то это получается у нас будет, в принципе, рабочая, но не особо полезная тактика. А если... Я уже играю за другим столом. Какой-то дебилизм. Так, закрыть. Я нашел, залетай. Отлично. Блин, слетело. Печально. Да, слетает постоянно. Я залетаю. Ну, короче, ты не зашел. Я не успел, да, блин. Нам надо обязательно вместе стоять и делать, действовать как-то это самое. Организованнее, а то так и делать. Слим, конечно, все, у меня 1к.
Блин, пока что мы сливаем, пока что-то не особо работает эта тактика. Потому что, как бы, Артём рассказывал, что его друг поднял там очень хорошо вместе с ним. Да. Как бы, многие, как бы, конечно, видео, я знаю, существуют уже про эту тактику, но мне интересно было на своем канале показать, как это работает, и, в принципе, опробовать ее на видео. Так что, как-то вот так у нас получается. Так, я в этом столе, да, я сейчас нахожусь в этом столе, так. Залетай, залетай. Я открываю на 3, ты на какой цифре? Я уже слил. Я 5, то все, я слил. Блин. О, я выиграл, мне 29 тысяч пришло, я выиграл. Я выиграл, мне пришло 30 тысяч. Ой-ой-ой, иди закидай на бар. 29 тысяч сейчас закину, все. Поперло, поперло. Мы уже чуть-чуть, по чуть-чуточку уже поднимаем. Так, я готов залетать. Есть, есть, залетел, залетел. Так, так, так. Два, все, челик слил. Два. Да, 29 тысяч, отлично, я поднял еще 30 штук, отлично, мы поднимаемся. Потом делим, да. Давай, 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 давай. Есть. Залетел. Ждем. Уха, опять это волнение. Как же я волнуюсь, а, да? Он уже 5 выбил. Сейчас 9. Есть 9, я стопудово, я выиграл, отлично. Е, плюс 30 тысяч, отлично. Я иду ложить их. Сейчас залетай, залетай, быстро, быстро. Залетел, отлично. Ждем. Я тебе 20 не поставлю. Хо-хо-хо, ничего себе. Так. Марс Бон. Так, подожди, у него какая-то тактика есть, мне это не нравится. Так. Есть! Да! Я выиграл! Есть, я выиграл! Yeah, boy! Отлично. Ну что ж, думаю, что на этом будет достаточно. Мы переносимся в концовку ролика и возвращаемся. Ну что ж, как вы поняли, я выбрал BMW. Кто написал в комментариях BMW, ну Артём, ну ты водить не умеешь, что ли, а? Ну ладно, неважно. Вы вытащите его ключи, мы будем подходить итоги этого ролика. Итак, собственно, что у нас получается? Вот как те, кто писали в комментариях, что мы выбрали BMW, те были правы. Также теперь про казино. Тактика, в принципе, рабочая. Тактика на самом-то деле пипец какая рабочая. Я это говорю за кадром, если что, на монтаже. Расскажу почему. Потому что думаю, что вы на ролике заметили, что мы почти что, собственно, не проигрывали. Я только два момента, где мы проиграли, вырезали. Это где Макс случайно к нам заходил в стол и каким-то чудным образом выиграл. Это единственные два поражения и в начале ролика. Все остальные разы мы выиграли. Точнее, выигрывали. И, собственно, из этого мы можем сделать вывод, что эта тактика очень даже рабочая. Просто нужно играть немножечко дольше. Если мы продолжили играть, то естественно мы бы поднимались, 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 поднимались. Просто Артему, как видите, надо поработать на пилоте и подзаработать еще, и чтобы вернуться назад. Думаю, что уже зарабатывать мы будем без записи дальше. Но если хотите, можете написать в комментариях, хотите ли вы, что мы сделали продолжение этого ролика, где мы опять же играем в казино. Собственно, думаю, что вы поняли, что тактика офигеть какая рабочая на самом деле, потому что мы как не проигрывали почти что 3 раза за все это время, за где-то минут 40 того, что мы играли. Просто многое очень вырезалось. Ну что ж, продолжайте смотреть видеоролик. Вообще, мы просто очень мало играли, мы могли как бы и больше, просто у Артема деньги закончились, и ему как бы надо очень и очень поработать. Собственно, поэтому мы закончили играть, и решили подвести итоги, чтобы ролик сильно не затягивался. Собственно, итоги в том, что и Артём согласился, чтобы я ему дал всего лишь 30 тысяч, не знаю почему, но да ладно. У меня в итоге 186, мы не в небольшом минусе, тактика в принципе рабочая, но просто надо много играть и быть чуточку поудачливее нас. Ну, собственно, на этом мы будем на сегодня заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на... Что? Можно сейчас сказать, ребята, вводите ник при регистрации Ярика. Ярик, да, вот он, крутой. Вот он мой ник, Ярослав Хромоу, я его обязательно всегда оставляю в комментариях, точнее в описании. Собственно, вот теперь вот точно извиняюсь, забыл, Артём, спасибо большое, что напомнил, а то я постоянно забывал это говорить. Да, да. Ну что ж, теперь вот уж точно на этом будем на сегодня заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. И всем, ну всем я желаю удачи, и всем пока!